ты? Работе с дыханием уделяют внимание почти что все практики, как духовного, так и физического совершенствования. Во многих языках слова «дух», «душа» и «дыхание» однокоренны и имеют общее происхождение. Сегодня мы исследуем дыхание флейринга. Это Moscow Flair Open, отборочный тур профессионалов. Прямиком из Казантипа приехали в клуб «Воздух» в Москву. Тренируемся на лужайке, да, круто, все, ждем начала чемпионата. 3, 2, 1! Дышать флейрингом, нужно им болеть. Все, кто здесь собирается сегодня, я уверен, все просто болеют флейрингом, вот, и, соответственно, дышат им. Нужно жить этим, нужно думать перед сном об этом, чтобы во сне тебе снились разные фишки. Дыхание флейринга – это вся жизнь, ты встаешь, дышишь с этим. Все в совокупности, то есть как ты вот двигаешься, да, то есть именно плавность движений, то есть и то это приходит не сразу. Дыхание должно быть равномерным. Это как в спорте. То есть для того, чтобы выполнить какой-то трюк, необходимо иметь некое количество кислорода. Либо это делается на выдохе, либо ты вдыхаешь. Все зависит от той амплитуды и того движения, которое ты хочешь изобразить. Давайте потешим, пошумим немного, захлопаем. Нужно правильно, если уметь дышать, да, то это здорово, оно помогает, в принципе, восстанавливаешься очень быстро, восстанавливаешь силы, кислород приносит силы. Задействует не только диафрагму, но и живот, поэтому живот больше набирает кислорода, да, то есть как бы через, не совсем через легкие, а через весь организм, поэтому перед тем, как выйти, 10 раз вы вдыхаете, выдыхаете глубоко, и тогда у вас и поступление идет в голову, то есть вы сосредотачиваетесь. На сцене, а не на тренировке. На тренировке, как бы, ну, тренируешься на улице, где-то еще, невозможно познать дыхание вообще. Как оно действует, как помогает вообще очень сильно, на самом деле. Я это чувствую, но еще полностью не понимаю его. Если пошло вот это вот, попал в волну, ну и дальше дышишь свободно. Не попал, не дышишь свободно. Yeah!
для того, чтобы, наверное, не торопиться в программе и перебороть мандраж. Это самое основное, неважно, какой бы опыт у тебя ни был. Не нужно курить.